По словам рабочих, ремонт идет по графику. Виктор Петрович отметил, что путепроводы обновляют не только в краевой столице. Всего на их реконструкцию в крае выделили больше 2 миллиардов рублей. У нас в Бийске сейчас там идет тоже ремонт. И тоже он закончится в ноябре, поэтому сразу в двух городах такие важные путепроводы будут. Губернатор региона также осмотрел новую дорогу на улице 65 лет Победы. Ее стоимость больше 150 миллионов рублей. На объекте обустроили тротуар и велодорожки, установили освещение и остановки, высадили деревья и цветы. Последние 6 лет в развивающемся индустриальном районе активно строят жилые дома, школы, детсады, поликлиники и дороги, а также благоустраивают территорию. Глава региона отметил, что это пример комплексной застройки новых кварталов. Рядом с современным жильем создают необходимую для жителей инфраструктуру. Такой подход, по словам губернатора, должен реализоваться и в других городах и районах края. Ну, задача наша такая – делать, конечно, и Барнаул таким современным городом, но и остальным городам края, и Бийску, и Рубцовску, и Алейску, и Заринску, всем продолжать уделять внимание. И не только городам, но и нашим селам. Сельский стандарт, вот алтайский сельский стандарт, о котором мы стали говорить, в общем-то, в новой такой, да, редакции, он хорошо воспринимается людьми, с пониманием, понятно, и нам понятно, куда двигаться.